Всем привет, всем здравствуйте! Вы с Ириной Якут в Америке. И хотела вам что-нибудь интересного из обзоров показать, но ничего интересного. Сегодня 24 число, завтра Merry Christmas. Но ничего интересного в магазинах нет. Они говорят, ну, может быть, в субботу. Я вам приложу. Немножко зашла в бутик Coach. Вот. И приложила там себе парочку сумочек. Ну, просто показать, что я была, хотела что-нибудь интересненькое для вас найти. Но ролик все равно записываю, потому что хочу, во-первых, поздравить всех с Рождеством, кто отмечает 25 числа. Всем самое главное здоровье, улыбок, веселье, настроение. Вот. Ну и не объесться сильно-сильно, потому что мы этим будем страдать завтра. Вот. А сегодня этот ролик записываю, потому что, ну, розыгрыш-то нужно продолжать. Следующий приз. Сейчас до дома доберусь, доложу в ролик, что там будет из приза. Вот. И буду ждать ваши комментарии, потому что хочу зайти сейчас в этот магазин. Вот. Буду ждать ваши комментарии, что там... Что вы мне там напишите, то есть все комментарии, которые под роликом, будут участвовать в розыгрыше этого приза. Так, а сейчас посмотрю, что здесь, и приложу вам маленький кусочек из бутика. Ну и здесь тоже ничего супер интересного. Вот несколько сумочек на скидках, но мы покупали их со скидкой побольше. 296 25, я не знаю, это 30 или 40%, нужно посчитать. Но вот стоило 450, сейчас 337 50. Ну, мы недавно ее покупали подешевле, эту сумочку, было с экстра скидкой. Ну и это только на сегодня. Предлагаю всем подождать чуть-чуть других скидок, будут экстра скидки, я думаю. Так, и не знаю, когда закончится на эту сумочку скидка. Ну, я хочу сказать, что если они уже отмаркированы, то значит их назад цену не сделают. Единственное, что может их купят. А так, в принципе, после Рождества, в субботу, завтра магазин закрыт будет, можно будет ее купить. То есть вот сами посчитайте, какая там скидка. 450 стоило, 337 50. Их вот две сумочки в наличии есть. Вот. Доживут они до экстра скидок или нет, я не знаю, но если кому-то что-то нужно, то вот. А в бутике Coach еще и безлюдно. Ничего интересного. Все это я вам показывала. Девочка у меня про Чарли спрашивала. Так, 375, 187,50 она стоит. Но никаких экстра скидок нет. И вот такая еще Чарли цветом. Но на сайте есть другие. Мне очень стало нравиться вот эта вот сумочка. Вот этот цвет играет просто вообще великолепно. Ну, вернее, вот этот цвет стал очень нравиться. Мне девчонки сказали, что, скорее всего, в субботу, в день после Рождества, будет намного больше скидок. Так что подождем, что будет. Я вам видео сделаю. Ну и так, поскольку в магазинах ничего интересного нет, я все-таки вам хочу сказать, что завтра, 25 число, когда Рождество здесь в Америке будут отмечать все, я думаю, что на сайтах экстра скидки будут. Поэтому, если кто-то что-то хочет, следите за сайтами, пожалуйста. Мне можно будет писать, но это уже ближе к вашему вечеру, когда у нас будет утро. Вот, потому что, ну... Оно начнется вот так, это Рождество. Поэтому что-то заказывайте. И если будут экстра скидки на сайте coach.com, бутиковский сайт, то я вам, соответственно, оттуда обзорчик небольшой сделаю. А если не будет, значит, не буду делать. Ну, а на сайте Coach Outlet и все остальные дилерцы и Мейсисы вы сами можете отслеживать. Ну, а я возвращаюсь к розыгрышу. И наш второй лот – это набор от Michael Kors.
У нас были, я показывала желтенькие наборы, поехала, девчонки там попросили прикупить больше желтых наборов, ну, бежевых тех, их нет. Но я купила вот такой набор, и, кстати, они там были, если вдруг, что там, 3200 получалось, если тот набор, если вдруг кому-то нужно будет, я не знаю, будут они в субботу там или после Рождества, не могу сказать. Но вот есть вот такой черный, но мы его в подарок девочке купили. Вот он черненький с красной вот такой вот полосочкой, а получается шарфик, шапочка и перчатки. Шарфик и шапочка одинаково заканчиваются, и перчатки тоже вот этот подворотик так заканчивается. А в розыгрыше у нас с вами участвует вот этот наборчик. Это приз номер 2. Для того, чтобы его получить, нужно, чтобы ваш комментарий был именно под этим видео. Я когда буду разыгрывать приз номер 1, я сделаю рандомный выбор из комментариев под предыдущим видео. Когда я буду разыгрывать приз номер 2, я сделаю также рандомный выбор под роликом под этим, из тех комментариев, которые вы напишите сегодня под этот ролик. Вот. И этот наборчик вот такой вот серо-черный. Он вот такой вот серенький. Ну, как бы перчатки серые. А вот из такой ткани шапочка и шарфик с черной полосочкой. Вот здесь вот вы видите черное. Ну, не знаю, надеюсь, что видно вам. Вот так лучше видно. Вот здесь вот серая основа, а вот эта полоска черная. И она такая же черная, получается, и у шапочки, и у шарфика заканчивается одинаково вот такой вот черной полосочкой, серая вот эта вот шапочка. Поэтому это все к Новому году разыграю. Я все в одном видео на 31 число и всех объявлю победителей. Но пока у нас с вами приз номер 2, вот этот набор. Не знаю, пусть он не приурочен будет ни к Рождеству, но тем не менее с Рождеством все, кто отмечает, потому что в Европе многие отмечают Рождество именно 25 декабря. Я всех поздравляю, конечно же, всем желаю здоровья. Самое главное – здоровье. Вот пусть у вас все исполнится. Вот такое, наверное, дополнение у меня к такому сумбурному ролику. Но, тем не менее, мы можем под ним писать комментарии для того, чтобы этот приз выиграть. А призы будут еще. Продолжайте смотреть мои ролики дальше. Ну и не забывайте поставить жирный лайк. Уж и комментарий написать, и жирный лайк поставить. Буду вам очень благодарна. Кому не нравится, кто не хочет участвовать, можете ставить жирный дизлайк. Это тоже принимается с благодарностью. Ну, а я с вами, наверное, на этом прощаюсь. Берегите себя, пожалуйста. Всем всего доброго. Пока-пока.